Андрю, вот Михаил опять и не хочет участвовать. Я говорю, я не буду участвовать в поединке. Это клоунада, говорит. Я говорю, у нас в веранде отель уже ринг установили. Он говорит, это клоунада, в твоем возрасте нельзя быть клоуном, говорит. Да? Да, представляешь, придется сейчас догонять. Он не клоун, а он не клоун. Придется сейчас догонять. Давай, я вас сниму сейчас. Хочешь? Давайте я на камеру сделаю.